Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen T3. Ремонт ржавого кузова. Все ржавые детали я заменю. Детали сделаны в Тайване. И ремонт начинаю с левой стороны. Первым делом удаляю ржавые детали. Итак, поврежденное железо удалено, и первым делом я заменю внутренние детали задней панели. Я их сделаю сам, так как их у меня нет. После удаления внутреннего усилителя эта часть ослабла и согнулась под весом. Исправляю это. Теперь устанавливаю усилитель и привариваю его. Внутренние части я привариваю с установленной задней панелью.
Итак, внутренние части я отремонтировал, и теперь я устанавливаю и привариваю заднюю панель. Сварочные швы заливаю оловом. Задняя панель установлена. Теперь я заменю внешний металл дверной стойки и порог. Заменяю последнюю часть на этой стороне.
левой стороной я закончил. Приступаю к ремонту правой стороны. На правой стороне я заменю только заднюю панель. Работа с металлом закончена, отдаю машину для покраски. После 2 недель покрасочных работ машина вернулась ко мне. Все, что я снял, ставлю обратно. Итак, работа с этой машиной закончена. Все остальные детали установит сам хозяин. Этот ремонт занял 16 дней. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!